Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и я покажу, как просто сварить нут в мультиварке. Нут используется как для приготовления вторых блюд, готовый нут добавляют в салаты, и можно его есть в качестве гарнира. Итак, нам потребуется 2 полных мультистакана нута, это 200 грамм, вода и соль. Заливаем нут холодной водой и оставляем на ночь. За ночь он хорошо разбухает, увеличивается практически в 2 раза. Оставляем на ночь на 10-12 часов. Нут вот такой получается после ночи. Теперь необходимо его вот так хорошо перетереть руками. Лишняя кожица, она отойдет сама сразу. После чего нут промываем. Промытый нут выкладываем в чашу мультиварки. Заливаем холодной водой. Уровень воды должен выше быть на 1-2 сантиметра. На 200 грамм сухого нута, постоявшего 12 часов, я добавила 800 миллилитров холодной воды. Закрываем крышку мультиварки. Соль пока не добавляем. Если вы готовите нут для вторых блюд или салатов, готовим на режиме тушения 1 час. Если вы хотите нутовое пюре, тогда готовим на режиме тушения 2 часа. За 5 минут до окончания добавляем соль, все перемешиваем и оставляем доготавливаться до окончания программы. Закрываем крышку. Время истекло. Нут полностью готов. Жидкость практически выпарилась. Теперь можно нут откинуть на дуршлаг или просто доставать из чаши мультиварки. Хранить этот нут можно в холодильнике 3-4 дня, добавлять в салаты или сделать в качестве второго блюда гарнира, добавить овощи. Такой нут отлично держит форму, получается мягким внутри и очень вкусным. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!